это дружба белорусов и удмуртов. После 2000 года состоялась встреча двух ректоров, которые решили в развитии из сотрудничества университета, в развитии молодежного движения, в развитии общественного движения сделать вот такой пробег. Пробег уже состоялся 18-й раз. Единственный год, когда вот ковидный, мы не бежали, а так каждый год. Этот пробег, он ребят меняет. Вот те ребята, которые съездили в Беларусь, они возвращаются совсем другими. Они смотрят, другая страна. Но наша общая история, наша общая победа. И когда мы показываем, вернее, даже не мы, наверное, а вот белорусы показывают, там линия Сталина, Брест, ребят меняет. То есть они возвращаются совсем другими. Вы что, бежите там от Минска до Ижевска? Отчасти, конечно, это так, потому что на всех памятных местах это обязательно. Когда есть возможность показать студентам, детскому саду, ветеранам повстречаться, с первых уст услышать, то тогда начинаешь понимать, как сотрудничали люди в свое время, в свое поколение, и как надо делать новому поколению. Наша общая история – это то, что надо хранить, надо беречь. И я думаю, что вот многие-многие ребята, которые ездили в этот пробег, я думаю, что они это помнят, они это ценят. И я надеюсь, что следующее поколение, которое когда-то поедут там в наш пробег, они тоже вот воспримут ту нашу идею сохранения традиций. Так вот, девиз этот всегда, я всегда его повторяю, девиз один. Храним традиции, живем настоящим и создаем будущее.